а на сцене лауреат всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей Народный мужской академический хор Каргопольского центра культуры. Руководитель Анатолий Выдрин. Концертмейстер Татьяна Прибыткова. Здесь на севере России, где усилен характер круг, добродушные, простые, люди крепкие живут. На коне район рекою плюс огницы мягкий свет. Породнились мы с тобою, и тебя прекраснее. Город Каргополь любимый, Бог оставя крест корней. Ты такой неповторимый, город юности моей. Город Каргополь любимый, Бог оставя крест корней. Ты такой неповторимый, город юности моей. Все, что видел город славный, помнят травы старины. Люди крепостью державной и опорою страны. И не прадедов и дедов, кто решал судьбу твою, кто в руке ковал победу, добывал ее в бою. Город Каргополь любимый, Бог наставля треск огней. Ты такой неповторимый, город юности моей. Город Каргополь любимый, Бог наставля треск огней. Ты такой неповторимый, город юности моей. И так сказочное детство, и куда не бросишь взгляд, на тебя не наглядеться, храмы тайною горят. Отражается на небе внутриков и наша дочь. Ты как будто в сладкой неге затуманишь вновь и вновь. Город Каргополь любимый, Бог наставлен крест огней. Такой неповторимый, город юности моей. Город Каргополь любимый, Бог оставля крест огней. Такой неповторимый, город юности моей. Диплом участника праздника народных мастеров России 2018 «Фамильное дело» вручается Народному мужскому академическому хору. Аплодисменты! Служим городу Каргополю!